Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Чужая стая. Невидимый враг». Премьера второго сезона сериала стартует с 30 января на НТВ. Валерий Шатров возвращается на службу после тяжелого ранения. Ему удалось стать своим в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнения Игорь Бодрич, опер, который перевелся из Москвы, хваткий и опытный профессионал. Новые коллеги подозревают его в связях с криминалом. Врач Ирина Бурова расстается с Шатровым и уезжает из города. На Шатрова обращает внимание его соседка, бизнесвумен Лариса. Параллельно он знакомится с психотерапевтом Софьей и начинает посещать ее сеансы. Новый председатель городского суда Музыченко становится неожиданным союзником оперов. Он выдвигает вору в законе Греку ультиматум – убраться из города. В городе появляется новый таинственный игрок, начинающий очередной передел в криминальном мире. Бизнес-разборки между двумя владельцами конкурирующих сетей курьерской доставки, съехавший с катушек мажор, нападение на отдыхающих во время празднования Дня города, серийный насильник, охотящийся на девушек в городских парках. С каждым новым преступлением Шатров и его коллеги понимают, что многие из них, казалось бы, разрозненных событий, на самом деле звенья одной цепи. Им предстоит выяснить, кто этот таинственный кукловод. Напомним, премьера второго сезона сериала стартует с 30 января на НТВ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.